Ученикам сельских школ рассказали об истории и культуре казачества. В Дальневосточном федеральном округе подготовлен учебный проект «Казачий час», который направлен на ознакомление учащихся общеобразовательных организаций с историей, культурно-историческими традициями и ценностями российского казачества. В Приморском крае в рамках подготовки к вышеуказанному проекту и согласно утвержденному плану совместных мероприятий Доубихинского городского казачьего общества и Арсеньевской епархии, священник Дмитрий Овчинников и начальник штаба Дмитрий Чернявский провели урок «Казачий час» в школах города Арсеньево, сел Анучино, Новосысоевка, Пухово, Новогордеевка и других. Отец Дмитрий проводил уроки в форме открытой беседы и смог раскрыть исторический материал, используя современный метод видеопрезентации. Батюшка в доступной форме рассказал учащимся о том сложном лихолетии, сделав упор на духовно-нравственных причинах геноцида казачества. Основное, что мы пытаемся донести, это преемственность наших поколений от прадедов до наших потомков. Мы должны чтить, хранить государство, рубежи нашей отчизны. Не в силе Бог, а в правде. Иногда приходит с оружием, иногда конях, а мы имя Божие призовем. Так сказал святой благодарный князь Александр Невский, великий человек, как земного отечества и великий святой. Вот пример для подражания. У нас должны быть истинные примеры, благочестивые примеры, правильные примеры. А когда будет все благочестиво, целомудренно и правильно, тогда у нашей молодежи будет великое будущее, а следовательно и у нашей страны.